Любовь к родному городу, языку и культуре – это то, что объединяет жителей нашего города. Поэтому начало празднования такого важного события, как День города, никак не могло обойтись без выражения любви к родной культуре и языку. «Расти, мой город» и «Квитней». Именно под этим названием прошла литературная встреча поэтов и писателей в городе Бресте. Брещане уже знаком наш формат – это книжный фестиваль «Читающий бульвар». В этом году он раздвоился, и первую часть рукодельную мы проводили в июне месяце, а вторую часть, которая является традиционной уже 14 лет, это поэтический марафон, мы проводим сегодня. И сегодня на Советской для гостей города Бреста, для жителей города Бреста, совместно с Брестским областным отделением Союза писателей Беларуси, мы проводим музыкально такую литературную площадку, где будут звучать песни и стихи в честь Дня освобождения нашего любимого города. День города – это чудовная нагода, как признаться родному городу у любови. Родный город – это саправды и лепший наставник, и лепший сябр, и лепший натхняльник для кожного человека. А як могут признаться у любови творчие люди, письменники? Конечно же, вершами, конечно, своей творчестью. Бо творчесть саправды обвастрает почуть кожного человека. Творчесть является таким доброй дорогой для раскрытия особистых почуттей, особистых думок. И мы сподіваемся, что вот такой чудовный подарунок для наших граждан да поможет каждому неяк так поглибиться у свет добрыни, у свет любови, у свет теплыни. Встречу посетили победители разнообразных поэтических конкурсов, в том числе и международных, лауреаты областных премий и другие, не менее значимые брестские поэты и писатели. Кроме того, жители нашего города смогли услышать молодые таланты из образцовой вокальной студии «Фантазия». Также насладиться прекрасными произведениями участников литературного клуба «Поэтика» из города Коблино. Здесь сегодня происходит читающий бульвар на выезде, организованный Брестской городской библиотекой имени Пушкина и Брестским отделением Союза писателей Беларуси. Все участники – это, как правило, члены Союза писателей Беларуси и несколько участников тех, кто, можно сказать так, дружит с этим союзом, которые уже творчество их тоже достигло какого-то определенного литературного художественного уровня. Зрители этой встречи остались очень довольны выступлением своих земляков и их творчеством. А некоторые даже смогли поучаствовать в такой части программы, как «Свободный микрофон», в котором каждый желающий мог продемонстрировать свои писательские навыки. Ровно 1000 год уже отзначил берастейский народ. Навод поверить нияк невогчима. С юбилеем, маленькая наша родима. Мероприятие привлекло много брещан и гостей города. Мне кажется, здесь чуткие, искренние слова звучали в адрес признания в любви городу, а также стихи достойных поэтов нашего Бреста. Данила Козлович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Book Inform.